В конце рабочего дня в четверг пожарные выезжали на вызов в административное здание Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю. Дым заполнил все помещения высотного здания и дошел до верхних этажей. Я работаю на 7-м этаже, я только знаю, что столовая, возгорание произошло в столовой. А дым доходил до вашего этажа? Ну вообще на 7-м чувствовалось. Чувствовалось, да? Да. На вызов первыми прибыли два расчета спасателей из более чем десятка отправленных на тревожный сигнал. Из открытого окна на втором этаже вырывались клубы дыма. Поднявшись наверх, караулы доложили диспетчеру, что с пламенем персонал справился самостоятельно. Сколько порошковых огнетушителей ушло на тушение комнаты площадью 10 квадратных метров, представить сложно. Однако погасить огонь сотрудники казначейства смогли. Горела комната, оборудованная под служебную кухню. Здесь имелось все необходимое, чтобы приготовить еду. Один из приборов и стал источником огня. Пламя появилось во фритюрнице. По всей видимости, устройство перегрело масло, отчего оно и вспыхнуло. С аппарата пламя перекинулось на стены и потолок. Помещение пищеблока выгорело полностью. За холодильником пожарные обнаружили газовый баллон. До него огонь не добрался. Выносить емкость с пропаном спасатели не стали. Администрация приняла решение, что нужды в эвакуации нет. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Павел Рогатин.